Захватывай, не получится, мотай оттуда. Танцевать тверк, ну давай попробуем. Это я культурно заменил выражение играть жопой. Ну да, я понял. Двигай жопой, да? Ну хорошо, попробуем. А ты, кстати, тот номер с тверком ты видел, из-за которого весь скандал-то тогда начался? Я даже не понимаю, про что ты говоришь. Короче говоря, вся эта тема, вообще это слово тверк, активно появилось, когда в одной из школ, значит, где-то на Урале, по-моему, а может не на Урале, я не помню где, поставили грижу, поставили, значит, он за гору уходит. А Винни-Пуха... За какую гору он уходит, ты чё? У меня гора здесь, я ж... Сейчас выплывет он, я выстрелю. Нормально. Вот. В одной из школ поставили, значит, спектакль «Винни-Пух». И там был номер, когда девчонки, пчелки, блядь, типа. Ну это пиздец какой-то, нахуй, сука. Танцевали тверк. И чё? Ну и после того, там надо видеть этот номер. Вот. И родители возмутились. Что это за танцы такие? А девчонки такие, знаешь, лет по 16. Точку мы просрали, блядь, пока мы за горами ходили, блядь. Потому что у нас сразу два корабля упало, вот это гораздо хуже. Сейчас еще курфюрст упадет. Да, понятно все. Заебись, что приехала, бля. Тандыр. Конец, конечно, но, блядь. Так, ну эсминец мы сейчас тоже как бы подстрелим. Нет? Вы бы Хабаровска с самого начала убрали, блядь, бой бы совершенно по-другому был. Так. Сейчас выбил ему рулину, он наверняка починится. Он на тебя пикирует, что толку? Вижу, пусть пикирует. Блин, носовыми промазал. Ладно. Снести-то я его снес, да. Но он уже успел отстреляться. Я не знаю, эти блицы, возможно, и будут царством эсминц.
А, блин, до меня только дошло, их же пятеро, офигеть. Чтоб пять эсминцев в одной команде. Команда противника близка к победе. Ну это и есть блицы, конечно. Блять, какой криворукий, блять, Юянг, ну сука, блять, это вообще капец, блять. Вон, сейчас я тебе скину ролик в личку. Вот. Сюда. И. Сюда пошел. Пошло это тверк. Так. Так. Почему я тебя... Че, у меня в друзьях тебя нет, что ли? Это что за непорядок? Ладно. Ставить. Во. Отправил тебе. Офигеть. Они были 5 на 2 и 2 на 2 осталось. Mm-hmm. То еще более. Кто более криворукий в данной ситуации? Кремль из ПМК разобрал их. А одного утопил Юянг Шиму. Вторая Шима, видишь, срет, блядь. Пиздец. Кремлю. Ну да. Кремль наелся, конечно. Команда противника получила преимущество. Ну тут торпеды уже такими стадами пускают, конечно. А Маклинбург вот сейчас в сторону уйдет и все. Ну должен, по крайней мере, он с ПМК, блять, у Янга разбирает. Да, плохой залп. Второй веер, но это ничему не поможет. Он не умеет из пушек стрелять, блядь. Но, блядь. Он что, один на один хочет с ним? Да. Значит, разберет его из ПМК, он не успеет отсветиться, блядь. Все, отсветился, но капец. Ну, закономерно, блядь. Ну, то есть, я не промахнись, он вот эти вот свои торпедные стада
собственно говоря, могли бы побороться даже. Ну, какой-то шанс был. Ну, я говорю, я блицы такие не люблю. Видишь, пять эсминцев в одной команде.